конце ноября подвели итоги общероссийского конкурса «Лучшая школа искусств», который проводится с 2014 года. На этот раз выйти в финал от Ленинского городского округа удалось ДШИ поселка Развилка. Конкурс проводится в три этапа, рассказала нашему телеканалу директор Ирина Андрушко. Второй этап у нас состоялся в октябре. До 15 октября мы должны были представить проект, видео и рассказать о нем. Проектов у нас в школе очень много. Мы выбрали наш главный проект. Это проект «Рисуем музыку», проект, по которому нашу школу узнают не только в районе и в области, а уже и в России. В финал конкурса вышли школы из 8 федеральных округов России. Подмосковье представляло ДШИ поселка Развилка. Нам необходимо было представить видеоролик о школе. Это было первое задание. Второе – это видеоролик. Мы должны были снять видеопрезентацию о нашем проекте. И третий, самый сложный, наверное, этап и самое серьезное задание – это представить программу развития детской школы искусств. Для этого провели онлайн-марафон, в ходе которого все ученики и учителя ответили на вопрос, какой они видят школу искусств в будущем. А юные художники смогли это продемонстрировать на бумаге. В итоге ДШИ поселка Развилка вошла в тройку лидеров в номинации «Лучшая сельская школа искусств». Торжественное награждение состоялось в Бетховенском зале Большого театра. Это очень большой опыт. Каждый директор транслировал опыт своей школы, свои результаты, свой подход к процессу. И, конечно, интересно посмотреть со стороны, как все происходит внутри школы, а также насколько муниципалитет, либо это округ, поддерживает эту школу, потому что такая поддержка тоже очень важна. В новом здании ДШИ поселка Развилка всего 4-й год из 32, которые существуют. Но за это время было создано много новых отделений и направлений. Приглашены талантливые и опытные преподаватели. И один такт-брек. Четыре где-то в таком вот темпе. Раз, два, три. С тарелку начинаешь. Театральное отделение, к примеру, существующее всего 2 года, в 2021 принесло школе 7 областных дипломов с различных конкурсов. 2021 год был очень успешным для детской школы искусств поселка Развилка, потому что количество дипломов, полученных детьми, составляет 150%, если посчитать их в отношении к контингенту. Ребята с художественного отделения не только прекрасно рисуют, они разработали проект благоустройства территории ДШИ под названием «Солнечная поляна», который уже прошел стадию оформления и ждет финансирования и реализации. Проходим несколько предметов. У нас эти предметы могут меняться от выбора. Также этот выбор мы предоставляем самим ученикам. Они могут изучать батик, они могут изучать архитектурное проектирование, фотоискусство. В следующем году Развилковская школа искусств проведет межзональный многожанровый конкурс «Времена года», который обещает стать визитной карточкой учреждения. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.